Сейчас мы видим с вами, как самец упоротые ноги пытается завоевать расположение самки. Самец берет ее грубой силой и отводит к тебе в гараж. Всем хай! С вами Юджин и, ребят, сегодня... Год спустя, год рыданий, обиды и унижений, я беру матч-реванш в игре Cross Out. Вы все помните, как меня жестоко чморили, как могли в этой игре в прошлом выпуске. И я не могу с этим жить. И мне пришла в голову замечательная идея. Команда Cross Out слушает. Да, слушай, мне нужен пресс-аккаунт, чтобы был с доступом ко всем деталям, чтобы я сделал суперсмертоносные тачки. Ну, а разве не интереснее скачать игру по ссылке в описании и попробовать все пройти с нуля, преодолевая трудности? Я сказал пресс-аккаунт с доступом ко всем деталям, чтобы сделать суперсмертоносные тачки! Ну, ладно, хорошо. Вот так-то, хорошо, спасибо. В общем, разработчики заботливо предоставили мне пресс-аккаунт, так что теперь у меня есть пресс... и аккаунт. Ну что, ребят, я думаю, пришло время мести. Мы используем эти чертежи, чтобы создать самые смертоносные машины всех времен. Начнем, пожалуй, с Харли Дэвидсона. Прежде чем мы пойдем в бой, я хочу затест-драйвить, потому что мы в прошлый раз без практики... Ох, нифига, прям так открылось. Без практики как-то нельзя, ребят, я считаю, сражаться. Какой маневренный Харли Дэвидсон. Убить противника. Gonna die. Ух, жесть. Я чувствую себя карликом с огромной базукой в руках, что стреляю и меня откидывает. Но это хороший способ остановиться. Прекрасно, прекрасное оружие. Посмотрю, как мы по бездорожью. Справляется неплохо машинка, едет. Мощнейшие снаряды, уверен, даже до Луны долетят. Упс, этого мы не планировали. Сваливаем в ангар. О, смотрите, здесь есть трамплины. Давайте разгон. Бринк, 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 бринк. Ну, шустрее. 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 Трамплин пройден. Почти. Нет, не пойдет. Come on, baby. Вот оно. Стоп, ну это же очевидно. Давай, мотик, мы тебя сейчас подускорим. Раз. Давай, давай. Давай. У-у-у. Прекрасный прыжок. Слушай, ну это очень крутой эмотик. Я молодой, успешный бизнесмен. И мне нужна машина, которая способна подчеркнуть мой статус. На черт. И мотоцикл-мобиль, как никто другой, подходит для этой задачи. Потрясающий дизайн и движок на 500 тысяч лошадиных сил. И я это не от балды говорю. Мотоцикл-мобиль. Не пугайтесь выстрелов из выхлопных труб. О, я оглушил себя. A very wonderful... Ой, простите, очки забыл снять. A very wonderful, вставай в бой. Кто посмеет со мной связаться? Я помог убить. Эй, бро, смотри, какая у меня тачка стильная. У тебя такой нет, у тебя дерьма, кусок, да? Кажется, так. Я взорвал силы мысли. Надо бы уйти отсюда. И кататься просто на периферии. И красоваться. Я глушил себя. Вот, я убиваю своей красотой. Ладно, давайте посерьезке, будем сражаться. Вот, я вижу, прилетел огромный снаряд. Ты хватит меня таранить, чувак. Бам! Опа, урон! Я нанес ему урон. Я уронил его буквально. Есть! Погибай! Я ему колеса снес. Что за динамит мне поставил? А у меня одно колесо осталось. Я теперь какой-то вспахивающий поле трактор. Как он это сделал? Игра началась. Мы пробуем снова. Давайте прям вот полезем. Не на рожон в этот раз, а полезем хитро по стелсу. Технично спрятавшись за свои товарищи. О! Что за сирена? Тревога! Не попал. О, попал! Потрясающе. Попал! Да я попадун! Секунду. Хорош. Не попал. Вот странно, когда я очень стараюсь, не получается. По-моему, по мне сейчас будут стрелять. Давайте не допустим этого и скроемся. Скроемся в скалах. Я упал. А-а-а. Все хорошо. Не переживайте за меня. Это очень проходимый мотоцикл. А-а-а. Стоять! Насмерть стоять! Вот, хорошо. Врезал. Блин, они меня сейчас отымеют. Ребята, имеют прямо у вас на глазах. Закройте глаза. О, молодец, я выжил. Я вовремя удрал. Спасите меня, спасите. Ну, камон. Так, я просто стою на месте.
Блин, я последним остался, нифига себе. Но репутация-то получена, потому что я последний выживший был. Не, вы не думайте, что я вот просто записываю это видео, лишь бы показать вам, как я нублю в очередной раз. Нет, я хочу по-настоящему кого-нибудь убить. Это что, летающая тарелка лежит? Пойдемте изучать. Вот здесь вот спрячемся под водой. Небольшие недоразумения, я правда не знал, что нельзя в воду заезжать. Я думал, все будет нормально. Какая у нас цель? Захват. Перестать по мне стрелять. Уважение имей. Ой, я его покоцал, кажется. Все, у меня чморить будет. Я теперь дымлюсь. Ладно, я тебя прощаю на этот раз. Но ты меня, конечно, подбесил. Блин, мне ничто мне не дает поиграть нормально. Я хочу играть в игру. Дымлюсь как говно. Кто по мне стреляет? Или я уже сам по себе просто взрываюсь без причины какой-либо. Как много дыма. Я пускай я ходячая дымовая граната. Стоп, не высовываемся, не высовываемся. Мы не настолько хорошие. Поддержка огнем! Да. Вот так и действуем. Победа! Наконец-то победа! Давай, репутации мне! Что ж, ребят, закрепим успех. Давайте признаем, мы с вами не самые лучшие игроки. Ну, может быть, вы хорошо играете, но я решил потянуть вас за собой. В пучину нубизма. Просто вот максимально осторожно. Насколько это возможно? Вот кусты — это наш друг. Да и не только наш. Оказывается, кусты очень популярны. Сейчас мы... Я попал куда-то. Могу сказать, куда точно. Вот! Но по сраке какой-то я точно заехал. Оу! Фак ми! Враг! Вражеский враг! Хорошо ему заехал только что. Нет! Окружили! Окружили! Иду-ка я в гараж. Я понял, что эта машина, она хоть и красивая, но полное дерьмо. Может быть, вот это? Это очень круто. Как стрелять? Может быть, надо просто таранить? Кажется, он влюбился. Сейчас мы видим с вами, как самец упоротые ноги пытается завоевать расположение самки. Они вместе танцуют брачный танец. Самка пока что не впечатлена, но упоротые ноги старается изо всех сил. Сейчас он пытается обнять самку, но самка все еще холодна. Тогда самец прибегает к отчаянным мерам. Он нападает на нее из-за кустов. Теперь у самки нет выбора. Самец берет ее грубой силой и отводит к тебе в гараж. Я думаю, нам надо что-то поставить сюда, поскольку у меня нет вообще ничего, чем можно было бы сражаться. Вот, например, квазар. Вот квазара будет достаточно вполне. Снова тест-драйв. Вроде бы не дурно. Еще вот поставим, пожалуй, его. Я даже не знаю, как это работает. Но мы сейчас посмотрим. Так, тест-драйв, значит, F. Ух ты. Квадрик. Он и стреляет еще сам. Вот это умница. Я думаю, мы можем прям вот так и сражаться. В бой. Я даже не представляю реакцию людей, которые сейчас на меня смотрят. Что это за фигня, думают они. Они мне бибикают. Дрон, пора лететь. Ой, блин, ящерицу бьют. Все, тут же меня отымели. Ну как так? Я теперь просто какая-то ходячая колбаса. Поддержка огнем, тем не менее. Тем не менее, ребят. Просто сваливаем в туман. Ну-ка, иди сюда. Таранить! Таранить! Недавно знаешь, что я делал с самкой? Я сделаю то же самое с тобой. Ну, тебе повезло просто. У меня же есть квазар. Давайте пульнем туда на всякий случай. О-о-о! Кто-то также пульнул на всякий случай в меня. Дрон! Выскакивай, сражайся. Чувствую, чморят всю мою команду. Остался только я один, да? Тихо! Все, притворись мертвым. Оп, он сломался каким-то образом. Так, блин, у меня нету выбора, я валяюсь здесь. Я должен проиграть. Мне просто вынудила игра проиграть. А, я перевернулся. Ничего, через 30 секунд попробую еще раз. Интересно, кто-нибудь из моих погибших товарищей сейчас наблюдает за мной? Очень может быть. У меня другой вопрос. Смеются ли они надо мной? Ладно, пробуем. Вот! Давай, Рокки, ты можешь. Смело сражаемся. Интересно, где враги? Я вон вижу, стрелочка указывает туда. Это, скорее всего, к базе, да, чужой? Пойдемте к базе, захватим. Авось выиграем еще, кто знает. Может быть, валяние на спине как раз-таки помогло мне держать победу. О, блин. Так. Нужна помощь. Помощь идет в виде ящерицы. Победа! Я вообще не представляю, как это получилось. Но моя ящерица доказала, что она достойна того, чтобы быть. Просто быть ей можно. А вот что-то другое делать лучше не стоит. Но теперь давайте попробуем другие чертежи. Гауна! Ох, ни хрена себе. Что она может делать? Выкакала кого-то.
кто стреляет. Она может становиться невидимой. Вы охренели, как это круто, вы не представляете. Она может дрона выпускать. Время трюков. Давай, Гуана. Позор, позор. Думаю, нам нужно добавить что-то огнестрельное. Чисто для себя, потому что я не хочу полагаться только лишь на своих помощничков. Тошнитель. Можно установить тошнитель куда-нибудь? Мне не хватает 2 единиц энергии. Тогда давайте мы, возможно, избавимся от дрона, а сами поставим этот самый тошнитель. Е-бебе! В бой! Чувствуйте накал. Сейчас будет. Мне правда интересно посмотреть, как я справлюсь в бою с этой штукой. Что это? Что за тошнитель? Не видим, я не видим. Ты не можешь меня видеть. Я тут же стал видим. Как так? Ха-ха-ха-ха! Я призрак! Я призрак! Сдохни! Сдохни! Я летаю на одной турбине. Так тоже можно. Блин. Я зря, наверное, поставил фигню какую-то сюда. Не нужно было этого делать. Единственное, что мы могли бы сделать, это поставить какую-нибудь дружбу. Вот, хорошо, это дружба. Копье! Есть! Сир, защищайтесь. Просто что это такое? Это такое позорное говно летает. О, мне поставили лайк, спасибо. Трудно летать, знаете ли, нынче. О, тут же мне разнесли все. Как так получилось? Я ничего не вижу. Мне кажется, пора становиться невидимым. Давать дёру. Черт меня дери, дрон. Только ты меня можешь защитить. Я застрял. Я не могу выехать, ребят. Во, очень трудно. Черт меня дери, да что ж ты делаешь. Вот и дрон подох. Победа. Нужно было уничтожить дрона, он был злодей. Получено 0 репутации. Почему? Я же побеждал. Копье раскалилось. Очень хорошо. Просто замечательно. Окей, понеслась, значит, дрон. Нет. Господи, как скользко на воздухе. Надо вот въехать во врага. Просто въехать в него. Поехали. Да, что это было? О! Я просто перехватил. Почему я это сделал? Блин, как трудно. Как трудно. Только в деревьях не застрять. Я застрял. Помогите. Вот все. Есть, есть, есть. Неужели я ни в кого в свое копье не всажу? О, разворот! Дрон! Вот так! Стреляй чем-нибудь! Сделай что-нибудь! Что это? Что происходило? Мы поражены. Нас поразили. Смотрите, вот Ланселот — это взрывчатка. И она работает так, что каждые 300 метров, которые я машиной проехал, усиливает урон на 30%. 3 раза так. То есть можно до 90% поднять. Хорошо. Вы видите, пока я лечу, набирается шкала. Смотрите, уже усилил 1 раз. Значит, надо усилить 2 раз. Есть. Эта взрывчатка всех поимеет сейчас. Сейчас будет 3-й раз. 3 раза. It is time to fuck you up. Пронзи копьем. Молодец. Давай режь. Режь пилой. Молодец. Почти все получается. Да. Какой ужас. Я их коцаю еще каким-то образом. Нет, 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 мне не получается. Я думаю, пришло время позвать на помощь бабу Валю. Баба Валя пришла. А, стреляет. Еще какой-то гарпун. Это интересно. Подъехал и чморишь. Сейчас он меня чморит. Ну-ка, перестань. Давайте испробуем бабу Валю в бою. Тут же можно всякие другие режимы. Погоня за грузом. Вот это интересно. Баба Валя любит гоняться за грузом. Задача — собрать 10 контейнеров, но будь осторожен, местность кишит рейдерами. Надо подобрать 10 ценных грузов. Окей, ребята, поехали. И баба Валя с вами, все нормально. Вон груз. Вон груз, я вижу его. Прикольно, что тут можно еще и против NPC играть. Как собрать? Я собрал. У нас же время кончается. Нам нужно собирать грузы, у нас время прибавляется. Ну-ка, попробуем гарпун. Не попали. Ой, гарпун меня не пускает теперь никуда. Ну что за говно? А, вот все, я могу отцепить его сам, самостоятельно. Боже мой, боже мой. Есть, я подобрал груз. Вот, просто наехал на него и режь. Гарпуном пришпандорь и зачмари. Просто какая-то жесть была сейчас, я даже не понял, что происходило. Приближается ракета, что? Ко мне приближается? Кажется, я спасся. Каким-то образом. Надо ехать за следующим грузом. Я не понимаю, мне кажется, мы уже собрали 10 грузов. Почему... А, ну вот, все. Посмотрим, как эта махина поведет себя в бою. Смотрите, не я один такой крутой. Видите, тут вот чувак летает. И он вообще выглядит как какая-то лава. Что, пресс-аккаунт дали тебе, да? Жалкий нуб, не можешь сам ничего достичь. Тошнит меня от тебя. Хорошо, я вот здесь вот сныкаю сейчас. О! Давай, чмари! 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 Чмари!
Кажется, меня сейчас зачморят. Что это? Это было очень смешно. Давайте попробуем еще разок. Авось получится. Все, чморите, чморите его толпой. Ха-ха-ха-ха, лох, лох, ну. Блин, меня там как-то очень жестко долбят. Да, отойти назад, у нас очень мало хп. О, смотрите, мы неплохо справились в этот раз. Отлично, победа! Максимально приятно. Давайте вернемся в гараж. Ладно, какие же есть еще чертежи? О, нифига себе. Делириум. Типа Делориан. Выживший. О, просто огромная фура. Кабан. Смотрите, какой крутой, блин. Дикий огонь. Можно купить за 3899 рублей. То есть получается, что тут можно делать чертежи и продавать их? Заработок. Давайте сыграем напоследок чем-то мощным на вид. Вот это мне нравится. Прекрасный, прекрасный монстр. Мы что, едем прямо на сверлах? О, мистер огнемет. И копье. Посмотрите, как сильно мы их сжигаем. Замечательно. Что это? Ага. Это был сюрприз в конце, да, который мы оставляем. Прикольно. Ладушки, ладушки, огнеметушка пришел. Надо оставаться в укрытии всегда. И смотреть по сторонам. И выезжать только в самый неожиданный момент. Вот так! Жарить! Гарпуном! Гарпуном схватить и жарить! Гарпун отпусти! Отпусти! Давай, давай, давай! Фраг! Уу! Враг повержен! О, я катаюсь. Обожди меня, дружище! Я его кацанул. Слушай, но я победил. А значит, я не нуб. Что и требовалось доказать. Фух, ну ладно, мы закончим на этом с вами играть в кроссаут. Огромное спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам понравилось. Прикольно, погоняли. Огромное спасибо разработчикам за то, что предоставили пресс-аккаунт с этими чертежами. И я увидел все многообразие. Насколько много можно тут всего сделать. И если вам интересно, ребят, ссылка на игру будет в описании под видео. Качайте, играйте, стройте, творите, любые идеи воплощайте. Ну и обязательно подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте и в Стиме. Все ссылки будут в описании под видео. С вами был Юджин и 5 напоследок. Вы готовы? 1, 2, 3 и 5!